Контрафактные подгузники на более чем 25 миллионов тенге изъяли в Казахстане во время финансового мониторинга. За незаконное использование товарного знака отечественного производителя подгузников осудили жительницу Шымкента. Поддельные подгузники изъяли, а гражданку, которая их реализовала, осудили за незаконное использование чужого товарного знака к штрафу в 147 тысяч тенге. Взыскание ущерба в пользу пострадавшего ТО в размере 25 839 тысяч тенге. Кроме того, согласно приговору, с осужденной дополнительно взыскана госпошлина в размере 775 тысяч 170 тенге. Для обеспечения развития науки и современных технологий инноваторы должны быть уверены, что результаты их труда должным образом защищены. В то же время все мы являемся свидетелями того, что масштабы преступлений в данной сфере могут быть сопоставимы по своему объему с нарушениями в сфере оборота наркотических средств и торговли оружием.